В Бишкеке с 26 июля по 1 августа сотрудники патрульной милиции выявили всего 2876 нарушений правил дорожного движения. Из них задержали 46 пьяных водителей, 12 за управление с тонированными передними, боковыми и лобовыми стеклами, за управление авто без водительского удостоверения 86, иные нарушения составили 2732. Выдворено на штрафстоянку 386 единиц транспортных средств, из них по принудительной эвакуации 102.